не знаю, сейчас получится, не получится снять этот. Едем ставить лебедку, нашу лебедушку, джипку. Еду на машине, а он едет. Гонит машину, сегодня целый день будут ставить. И покажу этот процесс, то сейчас как будем загонять, покажу. Туда и оставим, а вечером покажу, что они сделают. Ладно, смотрите. Вот в такой центр приехали. Вернее, я приехал, сейчас еще едет наш трактор. Гараж, правда, у них хрен знает где и почему-то все закрыто. Так, кому надо, снимаю номер. Здесь у нас в Твери. Сейчас посмотрим, что там. Так, вроде бы все. Да, вот хаммер такой стоит. Но нас поправили, это не хаммер. А что это? Эль-Крузер. Эль-Крузер, Toyota Эль-Крузер. Будет в парке-то он, да? Нет. Не будете выгонять? А кто там приедет-то? Вот два завода, это Рыжий. Ага. Слушай, а расскажи, что здесь такое-то интересно, что они взяли с него? Ну что, бортовые редуктора, получается. На хаммере такие же, да? А? На хаммере, да? На хаммере нет их. А здесь есть, там, да? Прямой мост. А здесь есть. Задние ось поворачиваемые. То есть он крабовый ход, да? Да. Охренеть. Это грузовик просто навесен на него. Что навесен? Ну это заводское исполнение. Это вояки. Ну военное, ну, да. То есть под заказ вояков именно. Возить будут. На 5 сантиметров шире, чем КамАЗ. Колея у него, да? Да. Он шире пумы. Да по колее, конечно. Ладно. Это запихаем в нашу лебедку, все в видео. О, букеты, привет, она. Охренеть. В общем, встали мы, на. Он здесь уже вторая, Никольского. Это фуру он сложил, она.
что-то тут ментов-то море, ну. Полиция. А, вон ее раскорячило. С глушаком, наверное. Я думаю, что да, да? Не, я думаю, что он у любоса там остался. Охренеть. Охренеть, охренеть. Раскатали нам. Так, уже выгнали без нас. Она стоит. Чё? Бампер сюда вынес? Да. А, и убрал его вообще, на? Да. Ну так еще и прикольнее, да? Он убрал ту эту, нашу, да, балку. Да, на свои болты. Наши не трогали, на свои болты. Все полностью к этому, да? Да, он, видите, обрезал просто. Угу. Ну-ка, иди пульт бери, сейчас попробуем. Сейчас все под донищем посмотрим. Да, поддон все сделал. Ну, болтишки-то, конечно, ярда ни хрена. Пульт там валяется? Что такое? Замок. А? А что он там петлю сделал или за что он там цепляет? Просто пока замок. А. Ну и скорость как? А ну-ка дай-ка я пощелкаю, погоди. А сейчас? А? Да, да. Здорово. Взяли, блядь, размотали, ёб твою. Сейчас. Чё, тебе разматывать всю, да? Заклинилось? Не-не, в холостую нахуй. А, этот, ну это закрыть вести все. Закрыть его, да? Да, да. Это для типа ручной размотки. Туда, туда, дальше. Да, дальше, дальше. Да туда ты. Он может это позакрыть его. Чуть-чуть. Надо, может, вот это. Давай чуть. Ага. Вот он. Еще чуть, да. Ну. Нет у нее никаких. Более, да? Взяли его, смотри, размотали, блин. Что теперь делать? Разматывать полностью. Новый. Новый, да? А там пару раз начните сами себя точить. Маленький. Угу. Давай, 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 давай. Вот сами себе работу, блядь, нашли, а? Ну что, попробуй. У меня ключи? Ну да, да, заведи его. Просто нормально этот, да? Или... У них плюс-минус, они все одинаковые. А-а-а. Так, ладно. Вот он стоит, японец. Я запихаю его в нашу лебедушку.
Охренеть. Ничего лишнего. Вообще ничего. Для вояк. Автомат. Охренеть. Так, ладно, наше ведро. Ну, он хоть маленько-то таскает эта лебедка, нет? Ну, откуда вытащили? Мы не смогли, вот мы выпили с сервиса, все, он встал. Вообще встал, да? Мы за биопин встали. Вот эти стоят. Ага. Сам все вытащил, поехал сам. То есть все-таки что-то она тянет, да? Я думаю, она тонна 4-4,5. Вытащит, 6 тонн она, блин. 5-5-600, что ли? Ну 4 считай. Нет, 4 она где-то средняя. 3-5 тонн. Если на брюхо посадить его, я думаю, что она не возьмет. На брюхо вон сзади есть. Та 131. Я знаю, иди. Да? То, тоже еще все делать. А гидронасос будет сильно дорого, да? Короче, ты его так спрятал, круто, да? Ну, чтобы сразу доехал. Здесь еще плюс. Есть вариант, я могу приехать, потом переделаю, рамку я могу заказать, рамку просто номер откидываете и все. Я понял. Сейчас ехали, блядь,